Так. Сиракс. Сирак. Я-то нахрен, слышишь? Ох ты хуй пудово, блядь. А ну иди нахуй отсюда. Нихуя ты обалдел, блядь, слышишь? А ты пью не хочешь получить, да? Что ж ты, сука, такой детский, а? Как понос резкий, блядь. Я смогу пизды дать так-то, блядь. Ну, это же какая-то хуйня, реально, начинается, блядь. Демон на фоне повторяемого движения. Вот и все, сука. Говно. Там, в принципе, этот... я за Кратоса там записал видос, да, какого-то хуя, блядь, он... Не знаю, может, только у меня. Там обрывается на определенном моменте. Как раз, когда я хотел сказать насчет... вернее, когда я сказал... насчет его парирования, Кратоса. Mortal Kombat 9 это было как бы одно из таких вот оправданий, да, почему его нельзя использовать в игре. Забывая при том, что в Mortal Kombat 11, по сути, парирование Кратоса это perfect block у каждого персонажа. И почему-то никто за это вообще даже слова не сказал. Говорят только, что это, мол, спорная такая новая штука. А по факту это то же самое парирование Кратоса, вот все. И про урон тоже, говорит, у Кратоса типа сильно большой урон. Говорят, те, кто играет, блядь, за Сиракса и Смоука, которых ресеты по 100%. Молчали бы уже лучше гоблины, блядь. Так, в общем, Bubble QA Team, чё? Вавилон команда? В общем, этот... Ладно, туда, в общем, я прошел, да? Всем спасибо за внимание, всем...
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока.